Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы. Александр Лукашенко назначил двух новых министров. По решению главы государства Игорь Карпенко занял пост министра образования. Портфель главы Минтруда и социальной защиты получил Валерий Малашко, который прежде работал в Могилевском облсполкоме. Новые заместители у министров информации и юстиции. Обновился состав заместителей в Комитете госконтроля. Произошла ротация в дипкорпусе и местной вертикали. Малые и средние предприятия Беларуси за 5 лет на развитие бизнеса получили более 3 миллионов евро. По словам главы представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси, с 2011 года банк оказал поддержку 250 субъектам малого и среднего предпринимательства, выручка которых в среднем была увеличена на 63%. Создано более 1500 рабочих мест. Глава представительства ЕБРР напомнил, что в сентябре была утверждена новая стратегия банка для Беларуси, которая позволит расширить взаимодействие и с госсектором. Сегодня новогодние огни зажглись на елках Минска. Радостное настроение в столице создают как световые мотивы, которые уже давно используются на улицах, так и новые элементы и декоративно-световое оформление деревьев. Как и в прошлом году, на Октябрьской площади разместились 2 8-метровых световых шара. Также с сегодняшнего дня в центре города начали работать ярмарочные городки. Посетителей радуют волшебной атмосферой, вкусной едой и музыкой.